Привет! Вы смотрите финал 14 сезона конкурса эстрадного вокала проекта «Ордынка». Наш конкурс посвящен памяти музыкального продюсера Сергея Бугаева и автора-исполнителя песен Татьяны Снежиной. И сегодня мы наконец узнаем имена суперфиналистов, а также посмотрим и оценим выступление куратора. Пели кураторы и ведущие для ордынцев и зрителей в то время, когда жюри совещались. Let's go! Коротко напомним правила проекта. Сначала участники проходят кастинг и поют акапелла. Артистично, очень артистично, интересно смотреть на вас. Далее прошедшие во второй тур участники уже исполняют песню под музыку. Спустилась птица и Рождество. Малечко не допивать надо эту песню, понял, да? То есть малечко жадничать. Ну, голосище-то хороший. Те, кто прошел финал, едут в Ордынку, где борются за право попасть в суперфинал. Первое место я 100% хочу урвать, это прям железно. Не потому что там какой-то приз, а потому что я не люблю проигрывать, наверное, так. На протяжении каждого этапа участников поддерживают кураторы. В этом году ими стали Роман и Стартак. Гоу, посмотрим, как девчонки мои заселились уже и тут наводят суету. Да! Элис Бертульсон. Мы вас приветствуем на лайнере «Ордынка». Пока полет нормальный. Сейчас посмотрим, как заселяются наш бизнес-класс. Оксана Пинчук. Ребята, идем заселяться. У нас 12 номер. И Анастасия Сигаева. Ведет нас музыки тропинка на сцену звездную Ордынка. Вот прям кайфанула даже. Ордынцы за два финальных дня прошли очень сложный путь. Они выложились на все 100% и теперь имеют право отдохнуть и потанцевать. А на сцене зажигают кураторы и ведущие. Ты мой, я твоя. Простые слова не забыть, во мне игра. Бабочки, небо и солнце летают во мне. Простые слова. Ты мой. Во мне играет.
Ты моя, твоя. Простые слова не забыть, во мне играют. Бабочки, небо и солнце летают во мне. Простые слова. Ты моя, твоя. Не забыть, во мне. Спасибо, что вы с нами. Нервы, 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 не последний и не первый ты. Конечно, так. Я Мегера и Минерва, а по-русски просто стерва, да. Такой пустяк. Маникюры, педикюры есть почти у каждой дуры, но я знаю цель. Всю твою мускулатуру бьет стервозная натура. Знаю это все, поверь. Я найду удобный случай, и ты дропнешь под каблучник. Так и знай, ты так и знай, что я найду удобный случай, и тебе не станет лучше. Так и знай, ты так и знай. Я такая феминистка, интриганка и артистка, что мне твой букет цветов. Ты учти, что я не киска, и со мною очень близко быть нельзя. Ты будь готов? Деньги, деньги, слезы, слезы, бесполезны все угрозы, да. Конечно, так. Стану я твоей занозой. Знай, что есть шипы у розы, да. Какой пустяк. Нервы, 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 не последний и не первый. Миллион причин у Мегеры и Минервы, а по-русски просто стервы. Есть за что держать мужчин. Я найду удобный случай, и ты дрогнешь под каблучник. Так и знай, ты так и знай, что я найду удобный случай, и тебе не станет лучше. Так и знай, ты так и знай. И я такая феминистка, интриганка и артистка, что мне твой букет цветов. Ты учти, что я не киска, и со мною очень близко быть нельзя. Ты будь готов?
Вы смотрите финал 14 сезона конкурса эстрадного вокала «Проект Ордынка». И сегодня мы подводим итоги и узнаем имена суперфиналистов. В группе Оксаны Пинчук в суперфинал вышла Дарья Федорова. Учусь я на полицейского. Дарья – самая молодая участница этого сезона, ей всего лишь 18 лет. Музыку и пение, и проект «Ордынка» Даша любит с детства. Неоднократно бывала на концертах с родителями и поняла, что тоже хочет выступать на ордынской сцене. На кастинге была решительной. Тумба-румба, кукарачи, голубое серебро. Прошла во второй тур. Все, что судьбой дано в моих руках, я точно знаю. В финале представила две песни и получила самую высокую оценку от жюри. Дарья Федорова получила 191 балл. Моя мечта, мечта. В суперфинале Дарья Федорова в сопровождении оркестра будет исполнять песню «Снежинка». Из группы Оксаны Пинчук в суперфинал также прошла Екатерина Рязанова. Я пишу песни давно, еще со школы. В 11 классе я выиграла лауреата в конкурсе «Жемчужина Сибири». Любовь к музыке, причем к фольклорной, Кате привила бабушка. Вместе с ней Катя участвовала в самом первом концерте «Играй гармонь» и получила диплом из рук Геннадия Заволокина. Да, у меня много бонусов. Возьмите меня дальше. Сейчас Екатерина сама пишет песни, и в них часто прослеживаются народные мотивы. Как и все участники проекта «Ордынка», Катя прошла кастинг и выступила в финале со своими авторскими песнями. В суперфинале Катя вместе с оркестром исполнит свою песню «Девка осторожная». Помолела, ты появился на беду. Прошлое не пошлое, будущее сложное. Ай, не подходи, я девка осторожная. Прошлое не пошлое, будущее сложное. Раз уж речь зашла о фольклоре и народных мотивах, предлагаю посмотреть выступление самого народного куратора Анастасии Сигаевой. Самый яркий, сердечный и народный куратор. Катерок качала, девочка-девчушка плачет у причала. Реченьки-речушки, снится синее море. У тебя, девчонка, что за горе? А над речкой облака, золотые, звонким дождиком грибным. Налитые мы с тобой еще совсем молодые. Над рекой споем русской, реченька. Катерок качала, мы с тобой сегодня все начнем сначала. Реченька, речушка, белый пароходик, ты не верь тому, что все проходит. А над речкой облака,
еще совсем мало бит над рекой споем. Русская реченька моя, да не зрачная, сохрани любовь и спаси ее. Реченька моя, да прозрачная, словно небеса. Спаси ее, реченька моя, да прозрачная, словно небеса над Россией. Анастасии Сигаевой тоже есть суперфиналист, точнее суперфиналистка. Меня зовут Алла Замкова, мне 37 лет, я мама троих детей, жена, ну как мама приходится записываться вместе со своими детьми на детской площадке. Я пою очень много лет, люблю это делать. Однако, по ее собственным словам, она не пела целых 10 лет. Любимый муж меня отправил сюда на конкурс, потому что он, наверное, больше меня верил в том, что я здесь могу очутиться. И, ну, я думаю, он был прав. Не качнулась ты и не сломилась, не сломил времен тяжелый груз. Алла прошла кастинг. Береги свои силы, уж и слез твоих хватит золотистых лугов, бесконечно раздолье. Получила путевку во второй тур и вышла в финал. Переливчивый голос Аллы жюри оценили в 189 баллов. А в суперфинале Алла выступит с песней «Небо, мать». Вы смотрите финал 14 сезона конкурса эстрадного вокала «Проект Ордынка». И сегодня мы подводим итоги и называем имена суперфиналистов. Мы уже знаем, что бороться за победу будут Екатерина Рязанова, Алла Замкова и Дарья Федорова. Но немного поинтригуем. И прежде чем назвать имена оставшихся суперфиналистов, оценим выступление кураторов. Наступает новый день, взгляд в небеса. Небоскребов снова день скроет глаза. Каждый день людей поток мимо пройдет, но только ты. Дай ди свой путь, дай ди себе.
мы обретем музыку своей любви, вместе споем. И ты найдешь свою мечту, откроешь глаза, весь мир распахнется лишь для тебя. Продолжаем называть имена суперфиналистов 14 сезона проекта «Ордынка». В команде Элис Бертульсон тоже есть участники, кого оценили очень высоко. Я перепутала слова. Самое главное, это заметила Марина. И Марина сделала вот так. В суперфинал прошла участница Елена Илюшина, которую куратор Элис Бертульсон называла «темной лошадкой». Спецагент. Спецагент 46. Вот у вас есть реальность, точнее, есть реальная возможность чему-то научиться. Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Потому что на кастинге Лена заветную путевку во второй тур не получила. Спасибо. Стала кандидатом. Кандидат, по факту, это тот человек, который так же, как остальные участники, готовится, и ему потом звонят и говорят: вы знаете, у нас маленечко участников не хватает, мы вас тоже приглашаем во второй тур. Вы их отстреливаете? Будучи кандидатом, Лена во втором туре смогла поразить жюри голосом и артистизмом. Сердце мое рвется. И прошла в финал. Благодарю. Кстати, Елена Илюшина уже участвовала в проекте «Ордынка». Тогда ее звали Елена Охват. Иногда вечерами пусто, иногда невозможно грустно, иногда. Это был самый первый сезон конкурса. И мы нашли ее выступление. А теперь в суперфинале Лена исполнит свою авторскую песню «Время» в сопровождении оркестра. Пройдет время, и я забуду голос твой, настроение одиночества собой. Шаг за шагом поднимусь без глубины. Илюшины из команды Элис Бертульсон в финал прошла Татьяна Дубова. Татьяна Дубова молода и амбициозна. Есть чем гордиться, образование у меня очень хорошее. Окончила ГИТИС,
но решила в Москве не оставаться и вернулась в Новосибирск. Не знаю, здесь мои родные, и мне так лучше. Штурмовала проект «Ордынка» на кастингах. Ты сквозь года летишь за мной. Прошла во второй тур и получила билет в финал. Пусть снова нападает осень. Выступление Татьяны Дубовой жюри оценило в 177 баллов. Кстати, Таня настоящий боец. Тань, голос севший, да, совсем? Сейчас тогда не надо. Тогда, наверное, вообще не надо больше. На второй день финала у участницы пропал голос. Но она не сдалась, что позволило ей продолжить борьбу за первое место. В суперфинале Татьяна Дубова исполнит песню «Смелая» в сопровождении оркестра. А я такая смелая, что себе придумала любовь. Я в нее поверила, и от страсти разгоралась кровь. А я такая смелая. Бессмысленных терзаний, и сердце уж без трепета стучит. Разрежем путы прошлых обещаний, избавимся от горечи обид. В любое время тянет нас, и мы давно живем с тобою прошлым. И иллюзорны наши дни закончили свой путь не вместе больше. Разрушим кармические узлы, из памяти сотрем воспоминания. Угас огонь моей любви, я расстаюсь с тобою без страданий. Жива душа моя, но без тебя все так же улыбается и плачет. Я знаю, ты не мой, я не твоя, и в нашей жизни будет все иначе. Когда твои покинутые страсти холодной дымкой лягут на душе, сопротивляясь истинному счастью, найдешь ты оправдание себе. Былое время тянет нас, и мы давно живем с тобою прошлым. И иллюзорные наши дни закончили свой путь не вместе больше. Разрушим кармические узлы, из памяти сотрем воспоминания. Угас огонь моей любви, я расстаюсь с тобою без страданий. Жива душа моя, но без тебя все так же улыбается и плачет. Я знаю, ты не мой, я не твоя, и в нашей жизни будет все иначе. Уйду в себя, упрощу свою роль. Любви прошедшей мятые страницы сожгу в огне и спрячу свою боль. Разрушим кармические узлы, из памяти сотрем воспоминания. Угас огонь моей любви, я расстаюсь с тобою без страданий. Жива душа моя, но без тебя все так же улыбается и плачет. Я знаю, ты не мой, я не твоя, и в нашей жизни будет все иначе. Все иначе. Иначе. Все иначе. Все иначе. Все иначе. Все
аплодисменты! Все-таки все, что мы задумывали, мы все сделали. И послушали замечания жюри, и, я думаю, мы тоже исправили. Мы были нежные, женственные, да? Из группы «Элис Бертульсон» в суперфинал также прошел дуэт «Миринда». Мария Новожилова и Дарья Сычева. Девушки поют вместе почти 20 лет. Был период, когда выступали по отдельности, но потом все-таки снова объединились. Потому что Мэри, Маша, да. Да, Даша, Мирин, да. Миринда. Почему я сказала, что мне 37 лет? Потому что тебе через неделю 37 лет. 36. Половина дуэта, а именно Дарья Сычева, принимала участие в нескольких сезонах проекта «Ордынка» и даже дошла до суперфинала. Победителем Даша не стала, но на штурм 14 сезона отправилась вместе с Машей. Хоть это очень сложно и может невозможно. Девушки прошли кастинг. Замечательно. Звучат. Мне вот второй номер больше понравился. Мне и первый понравился. Да? А мне второй. Вышли во второй тур. Выше неба и сильнее меня. И отправились в финал, где набрали 186 баллов. И будут бороться за первое место с песней «Музыка в сердце». Вот смотри, у нас уже есть 6 суперфиналистов, а точнее суперфиналисток. Вопрос, а разбавит ли мужчина этот девичник? Разбавит. Прямо сейчас из команды «Элис Бертульсон» в суперфинал отправляется Кирилл Распопин. Кирилл пришел на проект «Ордынка» во второй раз. Ты мне говоришь о любви свои слова. В прошлом году он боролся за призовое место, но в тройку победителей не вошел. Однако администратор сети парикмахерских не сдался и пришел во второй раз. Как и все участники, выступил на кастинге. Путь наш последний. Получил путевку во второй тур. Было хорошо, отлично даже. И дошел до финала. Его выступление жюри оценило в 187 баллов, и это позволило Кириллу бороться за победу дальше. Я укрою тебя. В суперфинале Кирилл исполнит песню «Нас надежда зовет» в сопровождении оркестра. Через море невзгод нас надежда ведет. Надежды наш путь могут ветры задуть. Через море невзгод. Посмотрим, оправдает ли Кирилл надежды болельщиков. А прямо сейчас очень хочется посмотреть, как на ордынской сцене выступил Роман Астертак. Ты смотришь на меня и совсем не веришь, но мне плевать, я дикий и свободный. Дальше для меня все открыты двери. Я безумный и совсем не скромный. Если все вокруг в огне, мы все с нуля здесь создадим. Разрушив тишину, мы громче прокричим. Это новый мир, я иду навстречу. Это новый мир, я новый герой. Это новый мир, путь в нем бесконечен. Это новый, новый, новый мир. А можно прыгать, двигаться ногами.
откроешь дверь, ворвись в это пламя. Если на пути кто-то встанет, сожми ладони в кулак. Дерись за свою жизнь, свою свободу, только торопись. Весь мир кругом вырывай вперед. Узнаю я, что на вершине ждет. Если ты отстал, то догоняй, взлетим. Новый мир необходим. Если все вокруг в огне, мы все с нуля здесь создадим. Разрушив тишину, мы громче. Это новый мир, я иду навстречу. Это новый мир, я новый герой. Это новый мир, пусть он бесконечен. Это новый мир. Как настроение? Классно, круто! Волнуйтесь, ребят! А я вас! Давайте вместе сейчас! Если все вокруг в огне, мы все с нуля здесь создадим. Разрушив тишину, мы громче. Новый мир. Спасибо! Вы смотрите финал 14 сезона конкурса эстрадного вокала «Проект Ордынка». И сегодня мы подводим итоги и узнаем имена суперфиналистов. Участниками суперфинала становятся Дарья Федорова, участница суперфинала становится Алла Замкова. Участником суперфинала становится Кирилл Распопин. Участницами суперфинала становится дуэт «Миринда». Участницей суперфинала становится Елена Илюшина. И еще одной участницей суперфинала становится Татьяна Дубова. Ну, и мы немножко решили отойти от нашего правила и еще одну участницу суперфинала. Екатерина Рязанова. Ром, а кто из твоей группы прошел в суперфинал? Увы, но в этом году среди моих участников нет суперфиналистов. Но ничего, наверстаем в следующем. Друзья, ну а через неделю вы посмотрите суперфинал 14 сезона «Проект Ордынка». У участников стоит непростая задача – выступить с оркестром. Пока-пока! Злых перемен.
лететь я с тобой желтой осенней листвой, птицей за синей мечтой. Позови меня с собой, я приду сквозь злые ночи, я отправлюсь за тобой, чтобы путь мне не торочил. Я приду туда, где ты нарисуешь в небе солнце, где разбитые мечты обретают снова силу высоты. Сколько я искала тебя сквозь года в толпе прохожих, думала, ты будешь со мной навсегда, но ты уходишь. Ты теперь в толпе не узнаешь меня, только как прежде любя, я отпускаю тебя. Позови меня с собой, я приду сквозь злые ночи, я отправлюсь за тобой, чтобы путь мне не пророчил. Я приду туда, где ты нарисуешь в небе солнце, где разбитые мечты обретают снова силу высоты. Город, я бегу из дома бессонного прочь, тоску и холод. Я ищу тебя среди снов безликих, но в двери нового дня я вновь иду без тебя. Позови меня с собой, я приду сквозь злые ночи, я отправлюсь за тобой, чтобы путь мне не пророчил. Я приду туда, где ты нарисуешь в небе солнце, где разбитые мечты обретают снова силу высоты. Позови меня с собой, я приду сквозь злые ночи, я отправлюсь за тобой, чтобы путь мне не пророчил. Я приду туда, где ты нарисуешь в небе солнце, где разбитые мечты обретают снова силу высоты. Позови меня с собой, я приду сквозь злые ночи, я отправлюсь за тобой.